Основатель Фейсбука Марк Цукерберг принес извинения за цензуру. Ранее администрация социальной сети заблокировала публикацию Католического университета, содержавшую изображение распятия, передает благо Некоторое время назад Францисканский университет города Стобенвиль пытался опубликовать на Фейсбуке программу курса лекций, которые должны были пройти в этом вузе. Анон сопровождался изображением средневекового распятия. Администрация соцсети заблокировала публикацию, заявив, что изображение распятия является провокационным и чрезмерно жестоким. Об этом случае Цукербергу напомнили на прошлой неделе в ходе слушаний в Конгрессе США. Отвечая на вопрос о запрете публиковать изображение распятия, Цукерберг принес извинения и признал, что администрация сети допустила ошибку. В то же время американские программисты и предприниматели объяснил инцидент тем, что администраторы Фейсбука вынуждены обрабатывать огромное количество информации и не сразу сориентировались в ситуации.